Сегодня жители Чебоксар не могли пройти мимо мемориала в память жертв вчерашнего обстрела Донецка. Сегодня там день траура. Вчера в результате ракетного удара погиб 21 человек, порядка 40 ранены. Некоторые чебоксарцы приходили специально, чтобы почтить память и выразить свои соболезнования жителям Донбасса. На площади республики в центре города Чебоксары установили постамент для возложения цветов в память о жертвах ракетного удара по Донецку. Жители Чебоксар не проходят мимо, приносят цветы и выражают свою скорбь. Выразить свои соболезнования подходили и молодежь, и люди старшего поколения. Равнодушных не было. И я, как гражданин России, считаю, что виновные в этом военном преступлении обязательно должны быть найдены и наказаны. Я, как гражданин России, скорблю со всем народом нашей страны и народом Донбасса об этом бесчеловечном преступлении. Вечная память. Трагедия в Донецке нашла отклик и в сердцах россиян. Мы будем помнить все имена, все лица, которые вложили хоть какой-либо вклад в то, что сейчас происходит. Все те военные, которые защищают, все то, что... Мы просто хотим, чтобы вы знали, что мы с вами. Мы всегда будем вас помнить. Вы в наших сердцах. В такое время важно дать понять, что люди не одни, что есть те, кто готов им помочь и поддержать. Милена Алексеева, Николай Скворцов, Республика.